Чебоксарах открылся первый современный интернет-павильон прессы. Мои коллеги выяснили, в чем его преимущество. Наш павильон, он внешне очень современен, а внутри он, ну, если уж так, невысоко технологичен, да, он современен вдвойне. Киоск нового поколения появился на остановке «Республиканская больница». Фирменный павильон советской Чувашии. Здесь и раньше продавали периодику, но новый киоск существенно отличается от него. За газеты, журналы и другие товары здесь можно расплатиться не только наличными, но и любой банковской картой. Также покупатели могут зайти в помещение киоска и внимательно рассмотреть интересующий их товар. Даже можно изучить прессу за чашечкой кофе. Главное отличие – павильон является мультимедийной универсальной площадкой. Есть доступ в интернет через Wi-Fi. Со всех сторон обошли, посмотрели. Нам она очень понравилась. Она очень красивая, аккуратная. И главное, первый в городе. И мы этому очень-очень рады. Следующий такой павильон появится в центре города. А со временем все киоски станут такими же современными. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.